хотел сказать, что пока график Дудкина свидания неизвестен, он будет известен только после 20 числа. Вот просто чтобы вы передали. У меня тоже есть о чем сейчас пресса закончит, мне надо вам еще много сказать. Я соскучилась. Вы хорошо выглядите? Как себя? Ну, заезжайте. А? Обязательно. Как себя чувствуете? Как себя чувствуете? Да, хорошо. Мне там написали. А что за дело журналистов какой-то? Мне вот кто-то написал, я не знаю. Сейчас пресса выйдет, мы с вами пообщаемся. Для общества скажите пару слов. Снимайте меня, вот. Что вам сказать? Всех приветствую. Я всем благодарен, кто признателен, кто мне пишет письма, поддерживает. К сожалению, вот выясняется, что не все письма до меня доходят. И не все мои ответы получают. Вот, но я хочу заверить всех моих соотечественников, да, сограждан, всех, кто за меня беспокоится, что я отвечаю на все письма очень быстро. Вот, абсолютно на все, если, тем более можно конверт для ответа, адрес указан обратный. Не все даже, к сожалению, указывают точные, ну, четко указывают свой прогноз. Было предварительное слушание по делу Алексея Горина по второму уголовному делу. Это оправдание терроризма. И мы назначили, точнее суд назначил дату рассмотрения дела по существу. Дело будут рассматривать во Владимире на выездном заседании Владимирский гарнизонный военный суд. 27 ноября в 11 часов. А также 28 и 29. Алексей, всем давал большой привет. Для него на самом деле очень важна поддержка. Заседание, да, важно, пока по нашей информации будет открытым, открытым судебным заседанием. Алексей чувствует себя удовлетворительно. Наверное, знаете, его беспокоит бронхит, но, соответственно, в колонии нет тех условий, в которых можно с его состоянием здоровья существовать. Вот. Ну, есть проблемы с передачей лекарств также.